Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Так, ребята, есть капс, маслорез, есть посол. Во что верим? Они оба хороши, да, оба хороши. Посла хотите? Давайте посла. Принц Мурлок, блин, он был бы, кстати, хорош. Я все еще выберу. Окей, мы в это должны играть. Мне, ребят, надо найти сейчас два Мурлока голодных Зенблава. Стой, стой! Ищешь интересные каки? Тогда подпишись на канал. Сканируй QR-код для поддержки автора и не забудь подписаться на телеграм-канал. Сранец. Ребят, нужно сейчас два Мурлока, 2-5. Да, вот таких вот, два землеплава. Два, две штуки. Один есть. Все бафы принца Мурлока, что он получал еще по 2-2. За каждый плевок он будет получать еще 2-2. Все, ребят, забыли. Мрачноглаза не существует. Такой карты в принципе нет. Сейчас, ладно, и просто так ставишь. Человека мало. А вот и не верну. Another one. Продолжим. Ё-моё, подожди. Оп. Фак. Так, хорошо, продолжим, Настик. Спасибо. Да, после этого трека ставлю, Настик, твой трек. Let's go. Ничего не гуглим, ребята. Раскусил, теперь вставляю настоящую ссылку. Ну давай. А какая из них, его котейшество? Ну, как fuck you? Fuck you! Сюда, точка. Па-па-пам. 23 здоровья, вообще здоровья не осталось, ты смотри. Блинский, ребята. Это неплохо под это. Ну, я думаю, это левел просто поставили при самурлока, правильно? Правильно, Руслан! А? Прикольно, конечно, было посесть сейчас еще ход, но... Блин, было бы неплохо, если мне хватало бы на вот это и еще вот это вот. Вот тогда бы я остался. На этой троице я бы остался. Но я могу троицу купить, могу только двоих купить. Так, и чё? Батя получает. Хочет меня побить. Побить меня хочет. Я его сейчас сам побью. Блин, ребят, я его не побью. Помогите! Помогите. Окей, заберем. Роу.
Ну, Мирминал, может, пока не ставьте. Нет, его надо ставить, да. Ай-я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 й. Ну ладно, давай так. Пам забафал, пам забафал, пам забафал. Смотри, что был самым классным. Ну, восьмая монета, это большая карта для восьмой монеты. Это очень большая карта. Моя задача сделать два левелапа после двух левелапа, чтобы у меня от лица что-то оставалось. И этот. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Пау. Ну-ка. Пау. Не пау, не пау, нет, не пау. А, нормально. Нормально, нормально. Сейчас мы тыкаем левелап, надо, чтобы сейчас нас жестко не пробили. На следующий ход, чтобы снова делать левелап, этого ба... Ну, короче, этого чувака поставить под бадди. My body. Триплет, это хрени. Опа, 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 опа. Так, 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 так. Окей, левелапаем. Вряд ли буду их продавать, да, ради триплета. А что, если мы сейчас еще раз выиграем файт? Как вы на такое смотрите, а? То сейчас по трекам. Вот так вот. Вот так вот. Просто это сложно будет, это да, согласен. Ну пока просто сейчас думаем, взвешиваем, что там да, за и против. Возможно просто типа just take it. Fuck. Окей, это неплохо. Это неплохо, это неплохо. Короче, я думал, вдруг мне сейчас сразу раскопается такой мурок, было бы прям здорово. Слушай, я выигрываю. Надо было Саверис брать. Окей, хорошо, что у нас здоровье держится. Самое главное. Сейчас мы просто поставим под золотого бадди и под... Фото под золотого бадди. Под золотого уменьшения бадди и... Под нашего бадди. Мощные глаза. Ну-ка. Не залочил, чтобы получить дракари сразу же, правильно? Неправильно. Жуем. Жуем. А что если продать сейчас дракона Мурлока? Сделать левел, поставить мощные глаза, дать обилку в Мурлока и раскопать оттуда нужного Мурлока, а? Ну не ладно. Окей. Не важно. Нет, стой, конечно. Ну ладно. Вообще в идеале еще ход бы по седонке, правильно? Хороший баф у него прокнул. Пошли жесткие забафы. Карта 28. Ну, допустим, ладно. Допустим, допустим, допустим. Ну, больше 15 здоровья все еще. Это здорово. Это, ребята, здорово. Сюрприз менталь, мерзость, ну то же самое, да? Ах, не, подожди, не то же самое. Вообще тетрис есть, не, подожди, во что мы играем? Кто мы такие? Давай так. Кто мы такие, ребята, кто мы такие? Вот почему только все собрал, спиздил, игра заканчивается кеку. Почему как только все собрал, игра заканчивается, ну так оно и работает.
слишком сильно, слишком классно уже стал и... Дракарь залочил, потому что мы, возможно, будем в Мурка потом перебываться с этого всего дела. Это должно быть сильнее и лучше просто. Это должно быть сильнее и лучше. Ну-ка, Мар, давай посмотрим. А, ну ты пока это все дело собирал, то уже было, я вижу, сильным. У тебя уже были типа камни, ты уже выносил. Ты просто в конце вот эти двоицы поставил, но у тебя без этого была черлыка золотая, вот эта свинка, у тебя вот это вот было. То есть в конце на один ход поставил, но все же... Если и того хватало, то здесь как бы подавно. Так. Ты вообще бафы не получаешь. Ты с него все бафы забрал. Ну блинские. Хоба! Показалось, бывает, ничего страшного. Давай еще ролл. Так, ребята, так. Ну, уже поставь просто дракарь, там в любом случае, да, фулл-рука будет. Нормас. Пофиг на себя, у нас карты есть. Мы все в картах сидим. Карты. Кстати, это было довольно сильное. Золотой принц Мурлок. Тетрис, там забафаны. И все равно 15 делает Милхауса. Почему? Потому что там чел крутит нечеткий уже. Третьего, три хода уже сидит там. То есть на 7-й ход он вышел в пятерку и жестко крутит. Насчет этого это она отлетела. То есть она не была слабой. Она на 9 ему втащила. Она бы еще, думаю, много кому бы здесь тащила. Так, папа. Сейчас пока что-то ставлю. Милхаус на нечетках, он самый, ребята. I'm just a baby. That's right. Пайдалку сюда. 30-ов. Не хочу. Дорого. Вообще, если там что-то ну, соберется, можно пожиралку в него сделать. Ну давай, ладно. Вообще ничего нет. Дракарь отреплеет. Тебя продавать, да, надо. Блинские.
Блински. Окей, найс, 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 найс. Тебя можно будет, наверное, продать. Окей, окей, окей. Там просто слишком много карт в руке выходило, а так мы хотя бы бафаем, бафаем. Ууу, let's go. That's right, ребята, that's right. Твори добро, язык тебе вернется. О май гад! Это, конечно, не мяч, но я заберу. Поинк, поинк. Отличный родословный. Ай, ладно. Это было ключевое, за счет чего я вылетел. Дальнейшего кажется. Блин, может нафиг вас? Хорошо. Нехорошо. Просто кошмар, я бы сказал. Fucking fuck. Вуз. Найс. Найс, найс, найс. Личненько. Замечательно. Как у нас принято называть? Тактическое поражение. Какую-то хрень так забафаем. И потом соберем. Пусть будет хотя бы 8 здоровья. Тебе надо торпеду собирать. Блински. Ага. Возможно, два продавают, но большой шанс, что... Ну, короче, мы с этой хрени остаемся в любом случае, поэтому, наверное... Давай так. Давай так. Возможно, надо эту штуку тоже забирать. Я тебе призывался, я припотаю, играю, мне сейчас это не нужно, на следующий я его продам и дальше буду крутиться, я понимаю, что я делаю. Похоже, название Ютуба, раскачал багом, скоро удалят.
Пользуйтесь, пока есть время. Бран, нет, да, с Браном, конечно, было бы все куда проще. Но у нас есть деньги отсюда, которые могут быть, может быть, нам дадут, типа, Браном. На 12 щил. На вашем аккаунте обнаружено очень много триплетов. Занос. Наш сотрудник подключился к вашему компьютеру. Чтобы подтвердить, что это не мошенники, покажите жепу. Я же показывал уже! Сколько можно? Я сегодня, смотрю, у тебя караоке настроение. Нужен бэк-вокал тут от тебя. С чего? Подожди, с чего это вдруг у меня караоке настроение? Надо еще пассажабров, я бы эту штуку забрал. Потому что против ядов, когда будем сражаться, нужно что-то больше. Больше, сильнее. God damn. Асян. Так, давай посмотрим его котейство. Поехали. Фулл токсик пошел. Подожди, там что-то много всего выживает. Я не знаю куда. Фак. Фак живет. Хватит, ребята, мохнатку булить. Мохнатку, ребята, не булим! Мохнатка, молодец! Я думаю, все с этим согласны. Сад называется «Брану удалили». Так, допустим. Допустим. Что мы здесь продаем? Я не буду дэвик брать. Чисто можно, ну, типа, прокрутить и потом продавать. Короче, я могу продать сейчас вот эту хрень, могу вообще ничего не продавать.
Дос Вас, как будто она сильнее, чем вот это вот. Как будто она лучше. Не, просто я продаем, как будто лучше вообще ничего менять. То есть либо эту штуку меняю на сектантку, либо ничего не меняю, вот, наверное, вот так вот. Можно ничего менять, можно ничего менять, да, я говорю, тут два варианта. Эта штука точно не продаю, то есть она остается, это очень хорошо. Три раза срабатывает эффект до конца хода, который, типа, дважды применяют, типа, дважды, который еще три раза срабатывает. Это прям too much, я не могу его продавать никак. Я лучше тебя продам, это слабее. Ну, давай так. Давай так посидунько. По идее, это он тот, кто должен меня скамить, потому что я его больше сильнее, правильно? То есть у него там всякие... Ну да, я его просто больше сильнее. Ну что, по-видимому, это понятно было, что он будет там закрываться, пытаться. Поэтому стенку задавал, поэтому предложение, которое там было в чате насчет стенки мерзости, это... Очевидно, ошибка, очевидно, плохо. Он сказал, собрал, да, но он правильно делает, я говорю, это он тот, кто должен меня пытаться скамить. Просто, когда у тебя есть басажабры золотые, то ты, по идее, скам уже не так сильно боишься. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.